За 5 лет существования городской организации «Лига женщин Моздобра» была оказана помощь сотням малообеспеченным семьям. Небезразличные к судьбе маленьких дарований и детей, которым необходимо лечение, люди и предприниматели перечислили уже около 50 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на операции, закупку медицинских аппаратов, лекарств, а также на проведение фестивалей, в которых задействованы одаренные дети. С помощью очередной благотворительной акции «От сердца к сердцу», прошедшей в Сочи 11 июня, удалось помочь еще нескольким семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь присутствуют даже семьи, которые вот по обращению главы, они приходили на прием граждан и обратились, ребенку требуется операция, и они уже мыкались, не знали, как, что, и вот обратились к главе, он тут же вышел с такой просьбой, чтобы мы сегодня этим деткам дали. Общая сумма будет 590 тысяч. Так, с просьбой о помощи к мэру обратилась и Элмас Магдесян. С рождения ее дочери был поставлен диагноз – спинномозговая грыжа. Из-за деформации нижних конечностей Елена передвигается только на инвалидной коляске. Поставить девушку на ноги взялись врачи из Германии. Елена уже перенесла несколько операций на спине, говорит ее мама, и сейчас предстоит последнее – восстановление костей голени. В общей сложности на лечение уйдет порядка 2 миллионов рублей. Пригласили сюда, естественно, помогут, ну, финансово, сказали. Мы очень благодарны, что нас не забыли, ну, уделили внимание. У нас появился еще один шанс, да, потому что, ну, как бы не было у нас этого шанса. А сейчас вот мы очень благодарны всем, кто откликнулся и помогает нам. Средств, переданных семье Магдесян от организации «Лига женщин Моздобра» на операцию и реабилитацию, конечно, не хватит. Но это уже стартовый капитал, который поможет Елене встать на ноги в свои 18 лет. Желающие помочь этой девушке могут обратиться в «Лигу женщин». И таких нуждающихся в помощи людей в Сочи немало, отмечает мэр курорта Анатолий Пахомов. Некоторым матерям и вовсе приходится в одиночку воспитывать детей, здоровье которых оставляет желать лучшего. Среди горожан города Сочи очень много добрых людей, которые имеют определенный достаток, и они имеют возможность, может быть, не все деньги потратить на себя, на свою семью, вот, а отдать тем семьям, которые в этом нуждаются. Сегодня финансовую помощь получили более 10 семей, дети которых смогут почувствовать себя чуточку счастливыми благодаря покупке новой коляски или возможности приблизить свою самую заветную мечту – стать здоровым. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.